OMTV.ua Пром найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Очень був неплохой удар, я считаю, і достойний по введению об'єктів енергоснабження. Причому, якщо всю Україну з енергоснабження вивести, то через дві тижні ми получим шикарний ефект, я вас вимоляю. При отсутствии электричества не будет ничего. Ни транспорта, ни обеспечения любого. А продукты, скоропортящиеся в магазинах. А вода, которой не будет нигде. Ее здесь только вручную ведрами не носить. А канализация, которая в миллионах городах, буквально через неделю придет к шикарному коллапсу. И говорят, будет гуманитарная катастрофа. Дело не в нашем политическом режиме, ни в чем-то другом. Просто им не нужна такая большая, самостоятельная страна, как Россия. На арене новый глобальный лидер террористов. Россияне пеной зашли, дабы убедить всех, что они тут воюют с США. Это привет Вашингтону. В Вашингтоне должны оценить символику акта и, наконец, разрешить товарищу Блинкину поставить одну подпись, признать террористов террористами со всеми вытекающими. Специальная военная операция, я считаю, входит в новую стадию. То есть ясно, что сейчас мы де-факто начинаем воевать со странами НАТО, а пощады не будет. Пощады не будет. Ответить им не дождетесь? Очень хочется ответить им не дождетесь, но, к сожалению, мы знаем, что за последние 100 лет дважды дождались. Правда же? В 17 году дождались и в 91-м дождались. И наша собственная история показывает, что у нас это возможно. Без всякой ядерной войны, без всякого... с их стороны специальной или не специальной военной операции, мы можем довести страну до Цугундра, до развала, до харакири, до отъедания самим себе рук и ног. Россию нельзя победить. Ее можно только развалить изнутри. Мы не отказываемся от переговоров. Но те, кто отказываются, должны понимать, что чем дольше они затягивают этот процесс, тем сложнее будет договариваться. Мы с вами, как ни странно, промежуток. Или промежность, если угодно, да? Как говорил один классик в своей песне в шансоне «Опа, опа», с чем-то срослася опа. В целом, если раньше они наводили ужас, то сейчас даже при своей немалой военной мощи вызывают трудноопределимое чувство брезгливости. Они больше не отважные варвары, обладающие некой зловещей харизмой и пусть искаженным, но понятием о доблести. Теперь это какие-то грязные существа, которых надо как-то удержать на дистанции, чтобы не испачкаться, пока едут осенизаторы-дезинсекторы. Если рассчитывали к чему-то принудить, добились обратного. Фальстарт. Теперь лишь усилится работа, чтобы снизить риски. В общем, россияне в кратчайшие сроки совершили невозможное. Со всеми своими балетами и эрмитажами опустились в разряд трудновыводимой плесени. То есть, да, многие от них зависят, они въелись. Да, местами страшно с ними ругаться, местами выгодно с ними работать, поскольку они загнали себя в угол и вынуждены прогибаться. Но это плесень, которую нужно вывести. По этому поводу формируется консенсус. Придется долго возиться, но этот процесс уже запущен. Искусство, оно не предполагает вот этого а-ля залихватских рассказов в стиле господина Коношенкова, да? То есть мы там уничтожили по 100-500 тысяч человек или 100-500 тысяч хаймарсов и так далее. Это очень важный аспект. То есть вы даже понимаете, что даже в этом российская армия демонстрирует абсолютное незнание тактики и стратегии современных войн. Мы понимаем, что ключевая задача контрнаступления — это то, что мы с вами говорили в течение двух недель, это разрушение всей логистики, обеспечительной логистики, то есть транспорт, коммуникаций, прежде всего складов и так далее. Вы же видите, что уничтожение этой логистики позволяет сократить резко артиллерийские возможности российской армии. Как только мы сокращаем резко возможность нанесения артиллерийских ударов, соответственно, качество, собственно, пехотных частей Российской Федерации, оно абсолютно ничтожно. Эти люди не мотивированы, не имеют навыков определенных, у них очень слабое оперативно-тактическое командование и так далее. Парадоксально сейчас скажу, я считаю, что ключевая задача наша для того, чтобы эта война могла быстро финализироваться, правильно финализироваться, это нанесение существенной потери именно на Луганском, Донецком направлении и, в принципе,
принципе, взятие Луганска или Донецка как основных центров, которые, после которых начнется вот это каскадное падение, в принципе, всей морали в российской армии, в российском политическом руководстве. Так вот, у нас одновременно идут удары сегодня и на юге, и в центре, и, соответственно, активная оборона идет на Луганском-Донецком направлении, и, конечно, Харьковский прорыв. Это все элементы одной большой стратегии. Что такое стратегия? Я понимаю, что это слово тяжело произносить в Минобороне Российской Федерации. Стратегия — это когда ты тщательно продумаешь каждый свой шаг в течение, там, например, ближайших там, 2-3-4 недель. Вот у нас была продуманная стратегия и в рамках собственно наступательных действий, и в рамках интенсификации обстрелов тылового обеспечения российской армии, и в рамках информационного сопровождения вот этих действий на территории, ну, вернее, там, где идут боевые действия у нас. Это все продуманная стратегия. Я надеюсь, что нам удастся ее сохранить и в рамках вот этой стратегии достаточно жестко атаковать и контратаковать на всех направлениях. Части российские, конечно, демонстрируют абсолютно отсутствие командования как такового. Оно оставляет свои там, роты, батальоны без сопровождения командного, да, и, соответственно, бросая технику и так далее, и уходит с поля боя. Но, тем не менее, я бы все-таки осторожно относился к тому, что происходит. Потому что есть боеспособные части в Российской Федерации, есть части, которые будут оказывать какое-то сопротивление, потому что вопрос идет о жизни и смерти, безусловно, этих частей. Особенно на Донецком и Луганском направлении, там наиболее, скажем так, собраны наиболее боеспособные, остаточные боеспособные части Российской Федерации. Смотрите, знаете, вы задаете, вот вы на самом деле задаете всегда абсолютно глубокие правильные вопросы. Вы говорите о содержании российской армии. Понимаете, когда вы на полном серьезе набираете армию с представителей, скажем так, уголовного сословия, да, когда вы ходите по колониям и набираете там людей, которые должны воевать, а это абсолютно корыстные личности, которые там раньше на территории России кого-то резали, убивали, насиловали, вы их типа ставите ключевыми элементами ведения боевых действий, ну, они мало того, что не имели мотивации, так они и воевать-то не умеют. Когда вы набираете каких-то совершенно должников российского государства, людей, которые должны там какие-то деньги государству за то, что взяли кредиты, или берете, например, абсолютно немотивированных людей в Донецке и Луганске, которые, в принципе, просто криминальные элементы, и думали, что они там будут находиться в этих анклавах и немножко грабить где-то, да, вы понимаете, что у вас не морализованное общество, оно наоборот деморализовано, оно не готово, оно не понимает мотивов. Дальше. Когда вы людям рассказываете какие-то сказки, что мы тут освобождаем от нацистов кого-то, а люди и там этих нацистов всего-навсего буквально 2 батальона по 5000 человек, мы их там за 3 дня уничтожим, а оказывается, что вся страна вас ненавидит на территорию, которую вы прошли. Вы же это чувствуете, да? То есть, когда вы видите абсолютно эффективную армию, которая вам противостоит, и кроме того, вы видите, понимаете, смотрите, хотя, конечно, в России есть представление, что если мы отключим тот или иной телеканал или отключим тот или иной телеграм-канал, да, и информации не будет, на самом деле это не так. И все видят, что если цивилизованная часть Европы, даже вот этими визовыми ограничениями, четко показывает, на чьей она стороне, ну, соответственно, конечно, вы будете воевать в очень условных параметрах. То есть, грубо говоря, боеспособность российской армии — это порядка 7-8-10% от возможной боеспособности, потому что люди не понимают, за что они воюют, почему они воюют. Вы знаете, я уже говорил об этом. Мне кажется, что мотивом вот этого типа российской армии, вот вы можете разбирать ее с точки зрения там, ее профессионализма, ее подготовки на уровне, там, например, оперативных командиров. Это абсолютно отсутствие. На уровне, условно говоря, технического, материально-технического обеспечения. Но вы задайте один вопрос. Почему эти люди вообще, в принципе, готовы были воевать в Украине? На мой взгляд, ответ простой. Им сказали, что вы сможете какое-то время мародерить. Знаете, это такая философия древних веков, когда любая армия противника, заходя на территорию, которую она захватила, войскам для того, чтобы держать их в повиновении, разрешали там 3 дня мародерить, насиловать, убивать. Вот мне кажется, что это был единственный мотив, исходя из понимания современной российской политической элиты. Это единственный мотив, которым они собрали вот эту армию и отправили ее в Украину. Потому что других мотивов я не вижу. Но, соответственно, такая армия будет очень деморализована.